Два дня в Первоуральске продолжались праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага России. В финале в городском парке состоялся праздничный полуторачасовой концерт. Мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Перед горожанами выступили творческие коллективы Первоуральска и Екатеринбурга. Главной темой всех выступлений стала любовь к родине. Артисты исполнили народные и современные песни, а также композиции о Первоуральске. Хореографические коллективы представили на суд зрителей танцы народов России. Буря аплодисментов вызвала выступление акробатов и самых маленьких танцовщиков. Словом, праздник никого не оставил равнодушным. Какие чувства у вас вызывает российский флаг? Российский флаг – чувство гордости, чувство надежности, защиты, я так считаю. А потому что это родина моя, я ее люблю, как мать свою родную. Чувство гордости – это наш флаг, не чей-нибудь. Патриотизм – это вера в наших людей, вера в будущее и чувство защищенности. Гордости, радости. Я с удовольствием пришла на этот праздник, чтобы восхититься нашей страной.